Наука – мощнейший двигатель общественного прогресса. Наука делает нашу жизнь ярче, насыщеннее и интересней, вносит свой вклад в процветание страны. Наука помогает нам находить решения для проблем повседневной жизни и искать ответы на загадки Вселенной. Современная наука не требует чудес, она требует экспериментов. Если ваши результаты становятся все лучше и лучше, это значит, что ваш эксперимент удался. Я не просто молодой ученый. Я воспитатель молодой научной смены. Я ищу самые эффективные пути передачи знаний молодому поколению. Ведь я учитель. Поэтому наука, в которой я экспериментирую, педагогика. В современном образовании молодые ученые-учителя занимают особое место. Они являются незаменимыми специалистами, которые объединяют в себе актуальное научное знание и практические навыки преподавания. Что делает молодого учителя особенным? Прежде всего, это его стремление к постоянному обучению и саморазвитию. Я стремлюсь построить уроки таким образом, чтобы был он современным, научным и интересным. Мои уроки обоснованы на использовании практических примеров, экспериментов и интерактивных заданий. Моя цель – это внести свой вклад в развитие науки и вдохновить молодое поколение на изучение учебных предметов. Молодой ученый-учитель не только следит за последними тенденциями, но и сам активно участвует в научной деятельности. Моя научная деятельность началась еще в 2017 году с поступлением в Белорусский государственный педагогический университет и была связана с исследованием путей формирования мотивации учащихся к учебе. Под руководством опытных преподавателей я начала анализировать эффективность использования современных методов в обучении учащихся химии и биологии. Свою учебную деятельность я продолжила в магистратуре и в 2024 году получила ученую степень магистра. Имею 13 научных публикаций, за последний год приняла участие в Международной научно-практической конференции «Современные проблемы естествознания в науке и образовательном процессе», в Республиканской научно-практической конференции «Эффективный педагогический опыт от теории к практике», в 12-й международной научно-практической интернет-конференции учащихся, студентов, преподавателей, молодых ученых «Альтернат-2023», а также в международной научно-практической конференции «Современные тенденции в системе непрерывного естественно-научного образования». В рамках проекта я применяю в своей работе инновационные подходы и технологии, умело использую современные информационно-компьютерные технологии, свой разработанный электронный образовательный ресурс, который помогает сделать процесс обучения более интересным, эффективным и доступным для каждого ученика. Промежуточным результатом можно отметить, что учащиеся проявили большую заинтересованность в изучении учебного предмета химия, а также средний балл по классу увеличился на 0,7 балла. В заключение хочу отметить важность молодых ученых-учителей в современной образовательной среде. Их энтузиазм, знания, исследовательская активность способствуют развитию образования и обеспечению высокого уровня знаний учеников. Если вы молодой учитель, стремитесь к постоянному росту и развитию, то вы сможете стать не только преподавателем, но и настоящим ученым, который вносит свой вклад в будущее нашей страны.